Вика, скажи миру, для чего ты купила балалайку? Заходит студентка сейчас на урок. В руках балалайка. Счастливая, говорит, купила в кредит. 6500 отдала. Викусь, ну, поведай миру. Миру? Да. Тебе сейчас все торгают. Да. Почему? И, да и это. И вы смеет. Почему? Да это здорово. Слушай, то, что. Мира всего. Нет. Наверное, я да, нет, мира. Нет, просто вы фольклор. Да. Нет, ну то, что вы фольклористы, это все понятно. Но не все же за 6500 покупают балалайки. Я не помню такого. Ну, это, наверное, не знаю. Почему-то. Нет. Я за 5 покупала. Видите-ка? А, у тебя тоже? У тебя тоже есть балалайка? Да. Маша, и у тебя балалайка есть? У меня балалайка, но ее ремонтировать надо. А у меня балалайка отличалась тем, что она, ну, не для Маша, народных мальчишек. А у меня же профессиональная балалайка Прима. Поэтому там и ладов больше, и панцирь, там, и все дела. А ты умеешь играть на балалайке, Маша? Да. Юля тоже? Да, но я ее еще в школе покупала, потому что я еще со школы, ну как, с старшим классом. А это на те деньги еще было. Да. Викусь, так ты вообще не умеешь играть на балалайке? Я умею. Ну так сыграй. Нет, да. Я немножечко, чуть-чуть, совсем немножечко, маленько. Ну и спой что-нибудь, давай. Юля, запевай частушечки. Давай, Юленька. Машенька, подпой. Угу. Так, подожди, а Викуся, смотри, браво, молодцы, молодцы. Вика, ты же сказала, что я хочу петь и сама себе аккомпанировать. Так я так еще не умею. Так нет, ну частушку же можно спеть. Да. Ну так вперед, так все молчим, а Вика поет. А? Нет, ты для чего купила балалайку? Давай, 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 дорогая. Давай. И пойдем наверх репетировать, пойдем заниматься. Мы вместе споем. Ну ты запевай, а Юленька, а ты вторым голосом подпевай тогда. Давай. Машенька, подключайся. Вика, давай сама, молодцы. Молодцы. Можно вопрос чисто профессиональный? Что, рука устала? Да, представляете, как это сложно, это нарабатывать. Ну, конечно, надо нарабатывать. Вы мне скажите, профессиональный вопрос, а можно в другой тональности на балалайке сыграть? Да, можно. Можно? Одно умение. Давай мне сначала дроби, 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 а потом кружение. Ух ты! Так. О, Маша сейчас. А нет, нет, это уже Маша. Так, ну давай. А, нет. А давайте мажорик. Под горло. Угу, сейчас. Угу, так, так, так. Да легче ее. О, Маша, пошла, родимая, давайте, девчонки-то. Если курица пройдет, петух точно с ума сойдет. Любим бы себя. Хочешь,
Вставай, танцуй. Давайте, давайте, девчонки. Ну так поем, 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 поем. Ну, Маша, видите, как вам там? Ух! Ну что, плясать, пойдем наверх? Сейчас пойдем наверх. Давайте. Еще поем? Давайте еще одну. Давайте еще одну. Маш, сама запевай. Правда, мужики, косолапы какие-то пошли. Ух! Ну все, девчонки, молодцы. На этой оптимистичной ноте я вас благодарю. Передавайте всем привет. Хочу передать привет маме, папе. Мама, папа, я передаю привет. И всему миру. Да, собакам, кошечкам и всем животным. Ну все, пошли работать. Спасибо. Да.